Для того, чтобы выбрать способ доставки, нам необходимо авторизироваться. Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, выполните вход в свой аккаунт. Отлично. Теперь мы можем выбрать способ доставки. Если вы делаете это в первый раз, кликните на кнопку «Добавить точку». Введите название своего города и тип доставки. Здесь вы видите список пунктов выдачи, а также фильтры по ним и пункты выдачи на карте. Найдите самый удобный для вас и нажмите кнопку «Выбрать». Выберите вариант сохранения. И теперь вы видите выбранный вами способ доставки с правой стороны.